происходили из иудейского этноса, то для них шестиконечная звезда являлась священной. Плюс идея круга как знака богов и линий как знака человеческого мышления, она еще шумера плетется. Поэтому, с одной стороны, как иудейская звезда, два треугольника, с другой стороны, те орудия, которые позволяют создать круг и линию, то есть знак божественного и знак человеческого мышления. А здесь, кстати, вот знак, ну, как клинок для ритуальных убийств.